Улица Советской Армии, 149. Здесь, на бесхозной территории, годами росла свалка. Однажды, вспоминают старожилы, даже был пожар. Такая ситуация совсем не устраивала местных жителей. Жители обращались и в совет ТОС, и в общественный совет, и в администрацию района. И, как видите сами, с усилиями, то есть совместными усилиями, назначили субботник. Сегодня здесь не только убрали скопившийся мусор, но и спилили опасные сухие ветки – поросль. Жители радуются, наконец-то увидят солнечный свет. Вы знаете, терпели, сами убирали, но сейчас уже все стали взрослые, и мы не можем это делать. Поэтому вот нам спасибо, конечно, за помощь. Жители вместе с общественными советами готовы включиться в работу по благоустройству родного района. Вместе они сформируют команду, которая поможет преобразить и город в целом. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.